Баба Вера опять с вами. Здесь мне писали, писали, писали очень долго, не решаясь смотреть, так сказать. Но, братья Гаязовы, не плачь, но танцуй. Вы понимаете, вот они мне нравятся. Мне нравятся их зажигательные танцы. Ну, не будешь же смотреть одних и тех же. Хочется какого-то разнообразия в жизни. И вот периодически отлаживаю, отлаживаю, смотрю что-то другое. Потому что многие там пишут, последний раз очень обратила внимание, бабушка, не делайте такого, вас же смотрят дети, моему сыну 9 лет. Ну, может, что-то я и смотрела не такое, но это ж по вашим предложениям. Очень много отсеиваешь, очень много отбрасываешь. Я понимаю, что лучше смотреть, братья Гаязовы, но тут плачь и танцуй, и ничего такого. Так что поехали! От пола мужского женские слезы не сходят с танцпола, но сходят с ума. Жизнь это школа, мы учимся снова, танцуя от боли, была не была. Нокаут текила, на победила, танцуя ладони, соли и лай. После ты кричала, она уходила, и все так уныло, делая эти слова. Я повелительница пятниц, 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 синих, синих, матриц, 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 и палец за палец, одна не ударит, слезы ей не к лицу, хочешь плачь, но танцуй. Повелительница пятниц, 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 синих, синих, матриц, 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 и палец о палец, она не ударит, слезы ей не к лицу, хочешь плачь, но танцуй. Кричи. Как тут не крикнешь? Ага, другая ждет. Как всегда, бомбезно мне так вот аж зашкаливает. Знаете, вот мне так вот понравилось. И сразу включаюсь. Нравятся ребята, мне очень-очень нравятся. Всегда держат уровень. Ни на кого не обращают внимания. Вот так вот. Ни на кого они не похожи. Как-то индивидуальные такие. Вот молодцы, молодцы. Опять зарвут танцполы. Не, сейчас карантин вообще. Эти карантины уже ебу достали. Ладно, что-то делали. Только одно. Объявили карантин и считают, ковид победили. И все. Тупо сидит дома, больницы закрывают, лекарства нету. Ни черта не делается.
одень маску. Вот раньше говорили, зайди в маске в банк, снимите маску, а теперь стоят в банке, одень маску, а делай что мне, грабить его, потому что плачь и танцуй. А тут новогодние праздники, как их встречать? Вот точно плачь и танцуй. Знаете как, получила пенсию, заплатила коммунальные услуги, так сказать. Села, а на хлеб не осталось. Ну и что, плачь и танцуй. И будешь танцевать, терять уже нечего. Так что по полной. Жизнь такая. Ну что ты сделаешь? Ну что ты сделаешь? И вот одна радость, знаете, вот одна радость. Посмотришь вот такой вот клип, видите, я повеселилась, позажигала. У меня появилась энергия. О, куда ее вложить? Сразу идея, знаете, бах, а что такое сделать? Так что, ребята, молодцы, завели бабушку, видите, добавилась энергии, как лекарство, ей-богу, покупать лекарства не нашел, поэтому лучше плачь и танцуй. Может, и хворь выйдет. Трек «Огонь», конечно. Огонь просто. Песня «Огонь» мне очень понравилась. Ну что, ребята, я могу сказать? Ну, радуйте нас дальше такими, своим таким творчеством. И давайте дальше, и больше, больше. Нацию оздоровите. Так что спасибо. Вам успехов, а подписчикам пока-пока, до новых встреч. Не забудьте, на бабушку надо лайкать, подписывать. Нажимать на колокольчик, один мне писал. Я лайкнул, подписался, ну, а на колокольчик нажимать не буду, это уже перебор. Ну, перебор, не перебор, так ты узнаешь о чем-то новом. У-у-у, бабы Веры, сегодня новый ролик. Чук, оно тилинь-тилинь, вот тебе. А так, ну, кому как нравится. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.